Всем привет! Я Подмарус, это киноплощадка, я сейчас съем микрофон и медведь. Сегодня мы будем говорить о таком замечательном фильме, как «Гравитация». Его снял в 2016 году режиссер Альфонсо Куарон. Миша, а о чем этот фильм? Фильм «Гравитация» снят одной женщиной, которая работала в космосе и была там врачом. Но в ее шаттл, на котором она туда прилетела, попали обломки от сломанной другой космической станции. И она должна была попытаться выжить в открытом космосе. И изначально помогал друг, который пожертвовал собой, чтобы как бы они оба сразу не погибли. Но она в итоге добралась до той станции и благополучно спустилась на спасательный модуль. А вы знали, что главную роль в фильме «Гравитация» хотели пригласить Анджелину Джоли, которая сыграла Малефисенту? Но в итоге в фильме «Гравитация» снялась другая актриса. А еще самая первая сцена фильма «Гравитация» была снята без единого монтажа и поправки, и длилась она 17 минут. Вы знали, что в космосе звуки не слышны, но в фильме для красочности они были добавлены. Главная актриса спасательного модуля приземляется на Землю. Ну, вернее, на воду. Вот. Она выбирается из капсулы, ну и всплывает. Мразно. Почти как лягушка. Нам показывают тоже планом проплывающую лягушку. Потом она символизирует собой эволюцию. Сначала она как бы ползком выходит из воды, потом становится на четвереньки. Ну, это все можно описать тем, что после космического пространства, невесомости, человеку на Земле как-то так трудно управлять своим телом. Вот. В итоге она становится на четвереньки и уже в самом конечном итоге поднимается на обе ноги. А вы знаете, где можно узнать о космосе, созвездиях, небесных светилах и увидеть днем ночное небо? Конечно же, в планетарии. Там очень интересно. Всем пока!